Че, пацаны, закончилась наша история на МКС. Хочется извиниться перед болельщиками за плохую игру, но мое мнение, нам просто реально не хватило уже эмоций. Слишком сложный календарь, слишком много тяжелых игр, эмоционально были опустошены. Просто не хватило вот чего-то, какого-то огонька, мне кажется, в этом матче. И плюс не повезло в конце. Парни, стыдно перед теми, кто болел за нас, но мы бились, мы старались, блядь. Будем работать над ошибками. Ну, впереди... Это опустошение, честно, опустошение. Да, но в любом случае, пацаны, бля, футбол это игра. Вот так сегодня сложилось. Мы не можем побеждать везде. У нас была серия 16 матчей подряд, мы не проигрывали. Сегодня она оборвалась, так бывает. Впереди новые матчи, впереди Кубок России, где нужно выкладываться, но, блядь, история МКС для нас закончилась. Это самый неудачный день? Блядь, ну что весело. Давно такого провала не было. Пацаны, не надо геройствовать. Если вас что-то беспокоит, вы устали, если у вас что-то болит, надо, блядь, не надо бить, короче. Уступите это место другому, блядь, и все. Это твоя ошибка? Да, что не уступил? Я дрогнул, переволновался, подошел, промазал. Потому что, блядь, что-то не порядка с этим. Мы заслужили, потому что вы ебали сегодня эту команду. Вы ебали это поле. Вы сделали все, чтобы играть дальше. Остался, блядь, один шаг. Сука, один маленький шаг. Бля, вы лучшие, мужики, вы лучшие, блядь. Не лучше никто из них вас. Никто из них не лучше. Вы сделаете это. Вы это заслужили. Потому что вы сегодня всех себя даете здесь. Это лучшая команда, которая может быть. Это просто лучшие люди. Это лучший коллектив. Я верю в вас, парни. Это наша победа. Давай, это наш парень.